эмоции приятные. Выиграли наконец-то домашний матч. Не пропустили. Очень рад за Сашу Зотова и за Сашу Ломакина. Молодцы ребята. Надеюсь, порадовали болельщиков. Сняли это проклятие нынешнего года касаемо домашних матчей. Да, на Мышинникова его еще расколдовали. Просто не знаю, почему в расчет не берут эту игру. Тогда выиграли, сейчас тоже выиграли. Хорошо, что вот так получилось. Важно было, вот, что при удалении мы не сели, а старались дальше реализовать свое преимущество и забить еще один гол. Получается, что долго не могли победить, и на нас это давило, и болельщиков хотелось порадовать. Рады, что победили, и надеюсь, продолжим в этом же духе. Надеюсь, что это не последняя победа дома. Настрой, мотивация, огромное желание наконец-таки порадовать победой наших болельщиков в домашней игре. Послужил также предыдущий домашний матч с Балтикой, который складывался по похожему сценарию. Мы понимали, что мы просто не должны костями лечь, но выиграть этот матч. Множество факторов сложились в победу. Я думаю, что сделали просто выводы после игры с Балтикой, и уже нельзя было второй раз допускать такую же ошибку. Ну, это, наверное, залог успеха – это самоотдача. Ребята сделали все возможное, выложились по полной. Да, игра была непростая, но они делали все возможное для того, чтобы выиграть. Ну, во-первых, настрой, во-вторых, то, что выполнили тренерскую установку. И в принципе, ребята во всех единоборствах, и самоотдачи вообще вопросов нету. Я думаю, что и настрой самое главное было на эту игру. И раскрепостились уже по ходу матча, после удаления стало полегче, и больше с мячом владели преимуществом. Конечно, пришлось и много сил отдать. И команда такая, Хабаровск, просто я знаю, там 3 года играла, что они всегда боевитая, и с характером команды пришлось много, и набор было много, и пришлось побегать много. Так что подустали немножко. Победы объединяют, и у всех хорошее настроение, и готовится к следующей игре с «Чайкой». Игра тоже будет очень непростая. Мы будем очень долго лететь, там 2 перелета. Красноярск, Москва, Москва, Ростов. И с Ростова еще 3 часа будем добираться до автобуса. Поэтому, ну, сложно, будем готовиться. Порадоваться некогда, потому что сейчас вот сегодня восстановительная тренировка. Завтра и послезавтра уже улетаем. Так что здесь, когда неделю 3 игры, даже это порадоваться некогда. Уже мысленно готовимся к следующему матчу. Это очень хорошая команда, которая с приходом нового главного тренера Ташуева играет немножко другой футбол. Агрессивно прессингует дома. Очень хорошие футболисты собраны, в том числе есть ребята, которые были в Красноярске. Это тот же Савичев, Ужгин. Ну, интересный коллектив. Пока еще не разбирали, но многих знаем. Тот же Костя Савичев играл, и Ужгин. И так я многих ребят там знаю, со многими играл. Хорошая команда, и тем более, зная тренера их, они очень хорошо физически готовы. Единственное, было бы поле хорошее, а так едем за победой. Самый боевой настрой. Каждую игру хотим выиграть и доказывать, что наше поражение – это не то, что случайность, но как бы где-то наши недоработки. Но в целом каждую игру хотим выигрывать и радовать всех болельщиков. Ну, конечно, болельщики – это наш 12-й игрок, они всегда помогают. Всегда отмечаю наших болельщиков, всегда выражаю благодарность тем людям, которые смотрят по телевизору, которые приходят на матчи. Каждый раз буду говорить, что все делаем для них. Ну, мы всегда рады, когда приезжают, мы всегда их слышим. Вот, и когда с Торпедой играли, и с Велесом сейчас. Мы рады, когда нас приходят поддерживать, и мы всегда благодарим их после игры.